В граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюнихской области на юге Армении созданы два опорных пункта 102-й российской военной базы. Как передает канал 13, об этом сегодня заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте. Он подчеркнул, что основой обеспечения внешней безопасности Армении является армяно-российский военный союз. Система внешней безопасности Армении не претерпевала изменений ни до войны, ни после нее. И эта система основывалась в первую очередь на армяно-российской совместной группировке и объединенной региональной системе ПВО в Кавказском регионе, сказал Пашинян. По его словам, все, кто хочет сказать, что ряд решений действующей власти создал угрозу для нас безопасности, например, для Сюникской области, просто не оценивают ситуацию достаточно глубоко. Но это не значит, что во всех местах обязательно должны быть объединенные посты, отметил Пашинян. По его словам, существующая система безопасности сейчас распространилась на границе Республики Армения. А каковы эти границы? Их описание дал парламент законом об административно-территориальном делении 2010 года, заключил Пашинян.